Поликлиника на Макаренко стала первой, где реализовали проект «Вежливая регистратура». Сегодня, чтобы оценить ее работу, роль пациента примерил на себя глава города. Находящийся в фойе поликлиники администратор помог получить в инфомате талон на электронную очередь в регистратуру, после чего компьютерная система направляет пациента к врачу с указанием времени приема. Задача «Вежливой регистратуры» – по сути, создать комфортные условия для горожан. Именно их оценка важна для мэра. Именно этот вежливый регистратор, система, должны были нам убрать очереди и у регистратуры, и у дверей врачей. Удалось нам это сделать? Удалось. Да, удалось. Раньше были очереди, но вот после того, как вот это все переделали, и вот на самом деле мы постоянные пациенты здесь. Сейчас проблем нет, что к врачу, что по времени. Одобряют новый формат обслуживания и врачи, и пациенты. Больным помогают организовать наиболее удобный прием специалиста. Ну а главная цель проекта – снизить загруженность городских поликлиник. Мы еще потестируем это именно на этой поликлинике. Если на самом деле это решение вопроса, то эту систему будем применять на всех поликлиниках города Сочи. Любое внедрение, оно требует денег, но никакие деньги не надо жалеть, если это очень будет полезно для наших горожан. Удобство вежливой регистратуры начинают оценивать и пациенты поликлиники номер 5 на Мацесте. Здесь также реализован проект. Оборудовано новое просторное помещение для регистраторов, установлено информационное табло, работает электронная очередь. Это старая регистратура, это старое понимание, это старая логика, абсолютно ушло в небытие. Самое главное напряжение людское, оно, конечно, в поликлинике начинается с регистратур, а в больницах, соответственно, с приемных отделений. И насколько правильно построена логика и логистика этого процесса технологического, настолько же будет удовлетворено население. Жители нескольких микрорайонов, которые обращаются за врачебной помощью именно в поликлинику на Мацесте, в свою очередь, довольны происходящими изменениями. Я живу здесь 40 лет и 40 лет обслуживаюсь в этой поликлинике. И вот буквально какие-то вот месяц назад, я просто месяц не была, такое преображение, как во дворце. Красиво, уютно, народу не так много в регистратуру. Заходишь, так приятно, свежо, чисто, открыто. Вообще так эстетично, мне очень понравилось. Помимо реализации проекта «Вежливая регистратура», в 5-й поликлинике открывают и отделение профилактики. Оформлено оно в едином стиле с регистратурой. Здесь будет постоянная заведующая с медсестрой, они будут работать, постоянно принимать. И плюс еще врачи узких специальностей, ну и терапевты также будут проводить непосредственные школы здоровья. Мы планируем открыть отделение профилактики со следующей недели. Реконструкция в рамках проекта «Вежливая регистратура» до конца года ждет и филиал 5-й поликлиники, расположенный на Бытхе. На очереди 3-я городская больница и поликлиника и поликлинические отделения Адлера на улицах Ульянова и Гудаутской. Рената Шипулина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.